Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Друзья, привет! Хочу рассказать такую ситуацию. Мы здесь собрались с тремя машинами. Nissan 4WD бензиновый двигатель. Какой, Дима, двигатель? 1.8. Toyota с двигателем 1.8. И взяли еще русскую машину, тоже бензиновая, с двигателем 1.5. Смысл нашего собрания? Потому что сейчас в России некоторые дистрибьюторы, да меня снимают, некоторые дистрибьюторы вовсю пытаются разрекламировать вот этот вот продукт. MPG Cups и MPG Boost. И все в один голос говорят, что данный продукт продлевает жизнь двигателю. Продлевает жизнь двигателя. Экономит топливо практически до 30%. Но якобы это надо делать в совокупности вот с таким продуктом, который называется MPG Max Pro, который прочищает саму систему топливную. Только после этого появляется якобы вообще 100% результат. Но прочищать мы сегодня ничего не будем. Я у одного дистрибьютора компании FFI купил MPG Boost и купил Max MPG Cups. Для чего я это сделал? Машину, конечно, жалко нам всем. И русскую, и японскую. Но, по крайней мере, нам очень интересно, правда ли это. В интернете написано очень много всего интересного. Кто-то пишет, ни разу не попробовав, что это плох развод. Кто-то пишет, я уже целый год катаюсь на данном продукте и только радуюсь. Соответственно, пока не получим личный результат, о чем-либо говорить просто нельзя. Вот. Также, почему я решил попробовать все-таки? На одном из сайтов, который называется auto2.ru, насколько я помню, если мне память не изменяет, там парень, который этот продукт вообще не попробовал, пытался рассказать, что он совершенно не работает, что это очередной лох-развод на рынке России. Но, прочитав внимательно его страничку, я увидел, что ниже он начинает продавать какой-то свой продукт, какая-то своя добавка в масло, которая стоит тоже немало денег. В связи с чем я понял, что парень просто-напросто ведет нехорошую конкурентную борьбу, пытаясь какой-то другой продукт унизить, свой поднять. Но мы нейтральная сторона. Сейчас что мы сделаем? Данные автомобили ни разу не ездили на продукте MPG. Мы сейчас подъезжаем на заправку, доливаем в каждую из трех машин полный бак так, чтобы было видно, сбрасываем счетчики на ноль и двигаемся в сторону Москвы. Проезжаем в одну сторону 100 километров, в другую сторону 100 километров, то есть возвращаемся с одной и той же скоростью, не более 100-110 км в час, в связи с чем это самый экономный режим, который может позволить себе автомобиль. Возвращаемся на это же место. В связи с чем у нас получается, грубо говоря, 200 км пробега. Мы заправляем опять полный бак до горловины, чтобы было видно топливо. В связи с чем мы замеряем самый точный расход топлива каждого автомобиля. Если мы ошибемся, то максимум грамм на 10. В связи с чем мы сразу же в эти полные баки добавляем добавку. В какую-то машину мы зальем жидкий буст, в какую-то мы добавим таблетку. И опять же, по этой же самой трассе, по этой же самой дороге, с той же самой скоростью мы проедем опять 100 км в одну сторону и вернемся опять сюда. И опять на том же самой заправке мы дольемся до полной, до горловины. В связи с чем мы узнаем, произошла ли у нас вообще экономия. Соответственно, если экономии у нас никакой не будет, то я во всеуслышание заявлю и выставлю этот ролик на YouTube, что данная хрень не работает. Но если мы получим хоть какой-то результат, потому что мы, в принципе, знаем, сколько наши машины кушают, и если мы получим результат, то, ребят, я буду использовать данный продукт. Так, Лада 2110, третья машина, заправляем прям под горловину. Все, вот оно, прям под жвак, все.
Номер К-526ЕМ. Да. Итак, друзья, мы заправили под самую горловину, о чем мы сделали видеозапись перед этим. Записываем пробег. Так, ну-ка поближе, давай. Ближе, ближе тогда. Видать? Так, здесь про... Блин, не вижу. Не, не, что-то 94-859. Так, 94-859. Вот. Не, нет, назад. Подожди, подожди. Надо. И сбрасываем суточный пробег. Записываем 94-859. Так, еще раз. Toyota пробег 222-966. Суточный пробег 251. Сбрасываем на ноль. Все. Тойоту обнулили. Nissan. Двигатель 1.8. Бензин под полный бак залиты. Трип. А, суточный пробег сбрасывай. Сбрасывать вообще? Да, полностью на ноль сбрасывай. Сбросил? Да. Все, убери палец. Не видно ничего. Все, по нолям ставь общий пробег сколько? Общий. 212-932. Давай. Все, друзья, сейчас мы записываем. 212, да? Да, 212. Надо это, отойди сюда, Женя. 132. Против солнца. Все, а? Друзья, заправились мы под горловину. Сейчас выдвигаемся в сторону Москвы. Двигаемся со скоростью 100-110 км в час. В одну сторону 100 и в обратную 100. Возвращаемся на эту же самую заправку. После чего сделаем замер без добавки катализатора. Сколько расходует каждый автомобиль? Все, встретимся через 200 километров. Итак, друзья, это снова мы. Значит, мы проделали путь, как я уже говорил перед этим. Выехали с города Белгорода, проехали Курск, сейчас практически возле Орла. Проехали мы сейчас в каждой машине. У кого, наверное, спидометры могут быть показания немножечко разные. Где-то колеса больше, где-то колеса меньше. Ну, неважно. Вот. Значит, что хочу сказать. Сейчас мы проделали следующим образом. В связи с тем, что добавка биологическая, активная, MPG Boost, либо MPG Caps, должно добавляться перед заправкой. Соответственно, мы сейчас это все добавим, бензинчиком разбодяжим и дольем опять до горловины. Соответственно, бак полный. Посмотрим, сколько будет показывать бензоколонка топлива. И посмотрим на спидометр, километраж. Соответственно, мы поймем, сколько проехало каждый из трех автомобилей. Я напомню, это Toyota, Nissan и ВАЗ-2110. Сколько каждый из этих автомобилей расходовало топлива без MPG Boost и без MPG Caps. Ну и, соответственно, без каких-либо биоактивных добавок. Вот. Прежде чем их добавить, я хочу вам сказать, что честно, по-русски, да? Очко маленько жим-жим. В плане чего? Мы знаем, да, что про него говорят. Улучшает работу двигателя полностью. Динамика изменяется. Уменьшается расход практически до 30%. В связи с этим сразу становится вопрос. Когда я еду на своей машине на 92-м бензине, у меня расход, к примеру, 12 литров. А только я заливаю 98-й, соответственно, у меня расход немножечко уменьшается. Отсюда вывод. Октановое число выше, мощность чуть больше, расход, соответственно, меньше. То есть, в связи с тем, можно сделать предположение, что данный продукт тоже повышает октановое число. Потому что только повышением октанового числа можно себе повысить мощность, понизить расход. В связи с этим, делая простые арифметические подсчеты, можно представить, что если сократить расход практически до 30%, это что он превращает наш бензин 92-й в АИ-100 или тем более вообще в АИ-105. Ну извините, такое, как говорится, дерьмо в свой двигатель я никаким образом не залью, потому что колом станет. Даже если японка выдержит, то россиец 100% прогорят и клапана, и поршня. По крайней мере, это мое мнение. Что мы сделали перед тем, как провести данный тест-драйв? Мы обратились в систему сертификации ГОСТ-Р. Федеральное агентство по техническому урегулированию, по техническому урегулированию и метрологии. И, соответственно, получили на данный продукт
Вот, смотрите. Продукт MPG Caps, MPG Boost, MPG Max Pro. Получили сертификат. Печати, все, ГОСТ, номер, серия, все это имеется. Получен сертификат качества, к которому прилагаются протоколы испытаний. Протокол испытаний, печать имеется. Где? АИ-92 с MPG Boost'ом, АИ-92 с MPG Caps и просто АИ-92. А теперь обратите внимание вот на эти цифры. Детонационная стойкость, то есть октановое число, составляет 84,6. То есть это регулятор 92. Знаете, что самое интересное? Получается, что у нас 92-й бензин с октановым числом 84,6, друзья. Соответственно, с MPG Boost, покажи, октановое число 84,8. То есть октановое число с MPG Boost увеличилось на 0,2 всего, что не считается практически никаким увеличением. MPG Caps 84,6. Соответственно, 84,6 у нас было без какой-либо добавки. Соответственно, можно сделать вывод, используя протоколы испытаний номер 81 и там 4.0.33.50 и 79.00.33.50, сделать вывод, что октановое число не повышается. Соответственно, вред своему двигателю мы не нанесем никакого. Поэтому я сейчас смело в вашем, грубо говоря, присутствии при съемке видеокамеры отключусь, подготовлюсь и буду добавлять. Значит, каким образом? Жидкий буст я добавлю в ВАЗ-2110 и в Nissan. Да, не снимай, вы не снимали. Не надо? Темно. Вот. Темно номер, не видно. И MPG Caps я добавлю в Toyota. Соответственно, перед тем, чтобы она побыстрее растворилась, я ее сейчас на бумажечке растолку и в вашем присутствии все это проделаю. Так, друзья, обратите внимание, вот я сейчас с помощью шприца набираю двойную дозу. Почему двойную? Потому что производитель говорит, что первая заправка должна быть доза двойная. Бак у вас 21.10, где-то в районе, ну, литров 40-45. В связи с тем, что 1 мл на 10 литров, то значит получается 45 бак, 4,5 мл, итого 9. Мы сейчас должны добавить ВАЗ-2110. Если честно, как-то страшновато в таком количестве. Первый раз. Аж не по себе. Вот. Обратите внимание, чуть-чуть даже больше. Вот. Ровно 9 мл. Надо иголку оставить там. Не надо, зачем? В вашем присутствии все это я выливаю в бак. Сейчас прикинь, иголка как вылетит и в баке останется. Так вот надо было снять иголку. Зачем ты с иголкой? Давай снимем. Не, вот другое дело. Все. Так, есть. Нету. Так, иди километраж сейчас. Сейчас под. Сейчас мы добавим ее. На это куда? Nissan. Nissan. У тебя сколько бак? 54. Вот, 54. Все. Все. Теперь мы MPG Boost добавляем в Nissan. Хозяин Дмитрий Nissan сказал, что бак максимально 54 литра. Соответственно, двойная доза, это примерно 10 миллилитров мы должны сейчас залить в наш дорогущий Nissan. Все, так, переборщили. Вот, ага, еще переборщили. Вот, все, 10 миллилитров. Снимай. Подожди. Все, снимай иголку. Бутылку. Вот. Все. Соляры воняют. Все, добавляем мы в Nissan. Что-то я очкую. Я тоже. Машина-то моя. Все, вырубай. Нормально, что будет. Итак, друзья, смотрите. ВАЗ-2110. Мы заправили буст. Так и запишем. Буст.
На обычном 92-м бензине мы проехали, обратите внимание, давай я попробую. Проехали 205 километров 200 метров и 95 064 общий пробег. Обратите внимание на стрелку бака. Мы ничего не добавляли еще, пока будем потом снимать. Держи. Записываем 95 064. Суточный пробег 205.4. Все. О, это другое дело. Так, друзья, опять Nissan. Пробег 213-130, как мы и сказали. Нажми кнопочку. Кнопочку какую? Вон ту, вон. Длинную палочку. Палочку. Вот эту? Ага. Вот. И суточный пробег 197,9, как мы и говорили. В Toyota мы будем добавлять MPG Cups. В связи с тем, что данная таблетка идет одна на 100 литров, бак у меня примерно 52 литра, если под жвак, то я буду высыпать целую таблетку. Конечно, немножечко переборщу, наверное, хотя вряд ли. Ну, нет, нормально будет. Вот, сейчас нам идет... А у тебя сколько бак? 50? Не 60? Нет, не 60. Ну, у меня один раз что-то 53,5 влезло, когда я практически... 55 ты точно должен быть. Да. 55, да? Тогда не, ничего, наверное, не случится. Так. Терять не надо. Для чего мы крошим ее? Дело в том, что хороший результат таблетка начинает давать после примерно 30 минут нахождение в топливном баке, то есть она растворяется полностью и начинает действовать. В связи с тем, что у нас так времени нет, уже ночь, хотелось как бы и домой побыстрее приехать, получается, что нам еще раз придется заправляться и показывать уже расход непосредственно с использованием продукта. И соответственно, конечно, мы надеемся все-таки, что это не лох-развод, пойдет, а реально пойдет. Будет результат. Очень хотелось бы в это верить. Вот сейчас я вот это содержимое высыплю себе в бак. Так, я буду открыть сначала. Давай, я подержу, ты открой иди. Так, аккуратно. Ну да. Давай, я не выключал камеру. Все, бензобак сейчас тут. Сравни ее хорошо. Бензобак открытый. Сравни ее прям. А. У меня прям стоит. Сейчас заснять надо. Сейчас высыплю. Все, вот оно в бензобаке. Куда-то вот это. Это туда? Я смою потом. Но. Это не проблема. Так. Все. Он стоит. Так, друзья, смотрите. А, Nissan. Всем, наверное, видно серебристый цвет. Вот оно топливо. 92-й бензин. Обратите внимание, сколько мы заправили. 14 литров 39 сотых. Записываем. Так, друзья, Nissan мы заправили под жвак. Обратите внимание на полный бак. Спидометр Trip A, то есть суточный, мы сбрасываем на 0. Все, он по нолям. Сейчас мы начинаем выдвигаться в обратном направлении. Заправили ВАЗ-21. 10 мы. 11 литров 97 сотых. Все, сейчас мы идем заправлять Toyota. Так, друзья, я надеюсь, всем видно. А, дай, ты вообще вот не туда светишь. Ой. Все, вот оно, видно, что плещется. О, видно, конечно. Еще поболтать. Еще поболтать. Да вот он, все, не надо. Ну куда? Все, теперь... Заправили мы Toyota, в которую засыпали таблетку 14.98. Давай на меня направляй.
Ну так, друзья, настал момент истины. Сейчас мы выдвигаемся в обратном направлении. Сейчас я только... подожди. Мы же Тойоту не записали, сколько у него пробега. Заправили 14 литров 98 сотых. Пойдем теперь. Сейчас пробег. Здесь надо записать. Да, сейчас пробег запишем. Вот, смотрите, друзья, общий пробег у Тойоты 223-166. Смотри, чтобы четко было видно. Да, видно, видно. Когда близко, она мутно начинает. И 200 километров, 1 метр, 100 метров. Машина проехала. Итак, записываем. Записываем. 201. Получается одинаково примерно, да? Ну, да. А у меня меньше. У меня 12... У вас объем меньше. Да. У меня 223-166. 6 литров считаем. Все, пробег записали. Сколько мы заправили, записали. То есть в среднем получается, грубо говоря, 200 километров, почти 15 литров. Да? Ну ты сейчас сразу скажи, сколько Тойота, сколько... Получается, Тойота на 200 километров съела 7,5 литров. Правильно? Ну да. Правильно. Здесь тоже почти 200 километров. Почти, ну, где-то 7,7. А ВАЗ 21-10. 6 литров. Получается 6 литров. Угу. Вот, друзья, какие цифры у нас получились без каких-либо добавок. Сейчас будет добавка. Сейчас мы возвращаемся обратно тем же самым маршрутом. И на заправочке... Заправимся таким же самым образом и измерим точный расход уже непосредственно с продуктом. Ну, надеюсь, будет все-таки результат. Включил? Да. Итак, друзья, смотрите, еще что хотел показать. Двигались мы, это, как вы знаете, на Vitel. Я сбросил датчики. Обратите внимание, максимальная скорость у нас была 116,5. Шли мы все дружно. Включил я его, конечно, попозже, поэтому километраж можете не смотреть. Я имею в виду, что по скорости, а то кто-нибудь потом скажет, что мы гнали 140 километров, расход специально увеличивали. Сейчас я на ваших глазах опять сбрасываю, сбросить все датчики. Опять максимальная скорость по нолям, время в движении, путь 0 километров в час. Все. И продолжаем движение. То есть. Итак, друзья, проехали снова мы 200 километров в обратную сторону. Сейчас стоим на заправке. И момент истины. Первую заправляем Тойоту, также 92-м бензином. Как видим, уже все. Бак под горлышко. Все, дальше уже лить некуда. Все, вот он бензин. Сделай так, что это я не... Да у меня вон в машине лежит. По-моему, плохо видно или видно? Вот, сейчас видать. А, вон видно. Все, вот он бензин. Все. Угу. Меня больше не улазит. Да, есть. Все, нет, не выключай. Не выключаю. В это, пробег. Сколько? Да. Литров сколько? Итак, влезло 11,96. Подожди. 11,96. Что, видно? Так, теперь пробег пошли. Ага. Да, видно. Видно. 11,96. Пробег составляет 199,3. Не хватило буквально 700 метров. Общий пробег 223-366. Как видим, опять бак под жвак. Так, друзья, вот он бензин, прям в горлышке. Ну, видно, качается. Nissan мы заправили 92-м бензином. Пробег. Ой, залили 14,10 влезло. Пробег. Иди так, так. Делай, давай. Пробег
на Ниссане составил 196,5. Общий пробег составляет 213,326. Дима, ну вот сейчас фонарик. Да. Итак, друзья, заправляем третий автомобиль. УАЗ-2110. Все, бензин под жвак. Практически еще пока льется, но метку мы помним. Все. Вот то же самое мы залили сейчас. Не, то же самое. Да он видно. Не, ниже. Плюхается. Еще. Нет, мы в то, что в прошлый раз машину мы не качали. Я знаю. Еще раз. Нет, тогда нам нужно было в прошлый раз тоже машину качать. Здрасте, уже 10:30. Ну вот мы вот до этой кругленькой. Вот все. Вот теперь точно. Вот так, да. Угу. Заправили мы. Сюда. Сейчас. Заправили 10,67. Пробег. Пробег, да. Да, смотри. Итак, друзья. Наш пробег на УАЗ-2110 составил 206,7, общий 205, 271. Итак, друзья, значит, на заправке вернулись мы уже, проехав почти 200 километров, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, уже непосредственно с продуктом MPG. Значит, напомню, что у вас был заправлен бустом, Nissan был заправлен бустом, Toyota была добавлена таблетка CAPS. Все как показано и указано в брошюрках в двойном количестве. Значит, хочу показать вам. Хочу показать, значит, скорость мы возвращались, превысили буквально по сравнению с тем проделанным движением на 1 километр буквально, вот, что говорит о том, что мы ничего не превышали. Средняя скорость осталась та же. Вот теперь что хочу сказать по поводу работы данного продукта. Значит, смотрите, когда мы тестировали без продукта, вас проехал 205 километров и 0,4 на 11,97 сотых, что составило 5,82 литра на 100 километров. С продуктом УАЗ-2110 проехал 206,8 километра на 10,67 литра бензина 92-го. Пробег составляет 5,1. Соответственно, расход у нас уменьшился на 700 грамм с первого бака. В принципе, результат, как говорит производитель, с первого бака может быть вообще не быть результата. Следующий, Nissan. Получается, что Nissan проехал 198 километров на 14,39. Расход составил 7,3. Соответственно, на продукте проехали 197,5, получается, на 14,1 литра. На сотню расход с продуктом составил 7,1, соответственно, всего лишь 200 грамм. Возможно, буст для Toyota, для Nissan не подходит, можно будет поэкспериментировать с таблеткой CAPS. Toyota. Значит, на Toyota проехали мы 198 километров на 14,39 литра. Соответственно, на продукте
проехали мы 199,3 километра на 11,96 литра. Расход составил 6 литров на продукте и 7,3 литра без продукта. Соответственно, Toyota сэкономила 1,3 литра. В принципе, с первого бака это результат просто превосходный. Если честно, уважаемые друзья, я думал, что продукт работать не будет. Честное слово, думал, не будет. Но результат налицо. Я думаю, теперь я со всей уверенностью могу сказать, ребята, продукт работает. Машина чувствует себя совершенно по-другому. В принципе, практически километров через 40 я почувствовал, что двигатель стал работать тише. Тяга появилась небольшая. В горочку, где я мог подниматься на тахометре где-то 2800-2900 тысячи, я начал подниматься 2100-2200. Те же самые горки, на которых мы ехали без продукта. Поэтому желаю всем успехов. Рекомендую, так как сам уже испытал, пользоваться данным продуктом. Сертификат качества, выданный нам госстандарта, говорит о том, что октановое число не повышается, соответственно, ничего с вашим двигателем, кроме хорошего, не случится. В конце данного ролика я добавлю свой скайп, если будут у кого какие-то вопросы, номер телефона. Если кто-то захочет заказать данный продукт, я просто объясню, как это сделать напрямую у поставщика, то есть непосредственно у производителя, а не брать у дилеров, которые продают банку, бутылку Буста по $60. Ее можно, так же как и я сделал, заказать за $30 и доставят ее тебе прямо домой. В самом низу ролика я укажу сайт, на котором вы также можете самостоятельно выйти, заказать данный продукт. Ну что, удачи, успехов, всего доброго!